10 серия сериала «5 минут тишины. Симбирские морозы». Двое мальчишек, гуляя по музею авиации, видя, что в одном из самолетов чинят багажный люк, забираются туда. Одного из мальчиков жалит оса, а люк неожиданно захлопывается. Ужали он и испытывает острый приступ аллергии. Его друг находит спасательный плот и подает сигнал, который действует пару секунд и не показывает точную локацию спасателям. Нужно найти мальчиков до того, как ужаленный паренек погибнет от аллергической реакции. Зои сообщает, что на завод скоро прибудет 1000 тонн аммиачной селитры, заказанной еще мусоргским. Ее выманивают за город, расставив по пути следования хитрую ловушку. Посмотреть очередную серию вы сможете 16 декабря.